Всем привет, меня зовут Южаков Алексей, я руководитель компании Promobot и хочу пригласить вас всех 16 апреля на Сколково Robotics будет презентация концепции стратегии развития компании Promobot. Наш тайм-слот в рамках Сколково Robotics это 15:00, мы обязательно будем вас всех ждать. Со своей стороны готовим достаточно интересную презентацию, в которой хотим отразить и немного нашей истории. Мы хотим рассказать о данных и аналитические данные показать с полей внедрения Promobot в разных странах, о том, как они влияли на конверсию продаж наших клиентов, на лояльность клиентов к нашим партнерам, как на продажи влияли. Все это аналитика с реальных внедрений. Сегодня не так много компаний может похвастаться такими данными. Мы же со своей стороны в рамках презентации обо всем этом вам обязательно расскажем. Также целый блок ребята технически готовят. Мы расскажем о наших разработках в области распознавания речи. Мы представим свой микрофонный массив уникальный. И, конечно, про искусственный интеллект будет отдельный доклад нашего специалиста. Это будет достаточно интересно. Всех ждем 16 апреля в 15:00 в Сколково.